Привет всем зрителям и подписчикам канала. Вот и наступило время, когда я записываю следующую серию. И да, записываю я ее в этот же день. Хотя и сказал, что буду записывать либо во вторник, либо точно в среду. Но у меня возникли обстоятельства, что я могу сейчас для вас записать еще одну серию. Если вы ее смотрите, значит, у меня все получилось и серия готово и записано до самого конца. Вот так вот. Поэтому надевайте наушники, усаживайтесь поудобнее и продолжаем. Так, значит, мы сохранились. Вроде бы локация не изменилась. Все как и было, так и осталось. Фотографию и записки мы прочитали. Твою мать. А я только подумал, что все хорошо. В принципе, мне прятаться некуда, так что если тут ворвутся, то меня сразу же и кохнут. Так, монстр, ты тут? Где-то бродишь? Или это были у меня глюки? Так, а что у меня с собой есть? Ничего у меня с собой нет. А, да, мы дверь открыли с паролем, точно. Так, только где она? Внизу или вверху, я не помню. Не, здесь у нас... А, так, да. Все правильно, нам сюда. А закрыть можно? Нет? Походу нет. Так, вот одна из шестеренок, а вторую мы видели на втором этаже, вроде бы, если не ошибаюсь. Так, шестеренка. Давай, девушка, давай, я знаю, тяжело, но давай, 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 тащи, тащи, тащи. Отлично. Такс. Так, а это опускать надо? Так, замыкание есть. Второе есть. Давай. Итак, три контакта соединены. Все. Теперь осталось только шестеренку. Еще одну сюда придолбить, и все будет у нас с вами четко. Так, только я не помню, где она у меня была. Тут не открывается шестеренка, но она явно не здесь. Да, она явно не здесь. На втором этаже это точно. Только я уже забыл, в какой из комнат она. Так, не тут. Шестеренка. А, вот ты. Давай. Служи добром, как пахом. Фу. Аллилуйя. Такс. Отлично. Так, ну, во-первых, я включил электричество, свет есть, и включил какую-то машину. Что она делает, пока не ясно. Но главное, что мы что-то сделали. Что-то мы-то сделали в итоге. Давайте я еще раз сохранюсь. Хотя, конечно, этого делать, я думаю, не надо. Чем чаще мы их не прикасаемся, тем хуже. Но я надеюсь, что Пахом нас спасет.
и добро победит. Дверь открылась. Логично. Так, там у нас туалет. Там я был. Так, и там у нас дверь открыта. Только был ли я там или нет, я не помню. Ну да ладно. Наша главная задача — быть здесь. Бездействует. Бездействует. Такс. Это, видимо, наш главный герой из оригинала нас вызывает. Такс. От кого? Низ Мануи, Гренландия, кому центральный кластер касты древних? Помогите! Станцию поразил какой-то неизвестный вирус. Большая часть персонала превратилась в ужасных тварей. Мне удалось выжить, но я ничего не знаю о судьбе своих коллег. Как минимум, двое из них могли спастись и сейчас находятся где-то на станции. У меня также есть информация еще об одном выжившем. Это некая женщина-ученый. Ее имя мне неизвестно. По последним данным, она должна находиться в исследовательском крыле номер 2. Если вы читаете это сообщение, прошу, пришлите помощь. Спасите нас и сравняйте это место с землей. Девушка, если они что-то сделают, то только второй пункт. Первый их явно не интересует. Ученые у них всегда найдутся. Ну что ж, сообщение отправлено. И все. Больше мы тут ничего не можем сделать. Ну хорошо, сигнал мы передали. Это радует. Только теперь что делать дальше? Куда-то топать. Что за глупые вопросы? Конечно же, да, выход. Куда ж нам без выхода? Такс, я лучше сделаю вот так вот на всякий случай. И вот так вот. Надеюсь, это воспрепятствует, если к нам кто сейчас будет бежать. Такс, это не могу поднять, ну ладно. Так, никого? Нет, все, все ок. Но судя по длинному коридору, сейчас явно что-то будет. Твою мать. Твою мать. Ёб твою мать! Зачем я повернулся? Идиот, идиот, идиот! Ёб твою мать, ёб твою мать, ёб твою мать. Что, всосал? Так, я надеюсь, ты её не проломишь. Так, с нам плохо, да? Ладно. Блин. Я думал, одной будет достаточно. Так, не, по... не, походу проломит. Давай, бегом, 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 бегом. За что ж ты такая медленная? Ой, бля. Так. Все, поехали. Привет. Ты ко мне? Пиши письма. Пока. Фу, надеюсь, доедем успешно.
вроде бы все относительно тихо. Загрузка. Фух, блин. Вот если бы я не повернулся, то все было бы отлично. Вот так повернулся посмотреть и на тебе. Получил плюху. Любопытство убивает. Но без него никак. О, здравствуйте, голоса. Давно я вас не слышал, однако. Дамочка, ты чего? Она так разволновалась. Вроде бы ж никого нет. Курица готова. Доставайте. Автосейв. Спасибо. Закроемся. Как приличные люди. Хотя в таком месте не до приличия. Где же я в итоге оказалась, если судить с точки зрения героини? Я-то в полной жопе, это понятно. А вот где она? Ну, судя по сердцебиению, что-то... Так, только ультразвука мне не хватало. Твою мать. Твою мать. Чего? Эй, дамочка, ты чего? Что с тобой? Ну, хотя понимаю, после пережитого это понятное дело. Ладно, допустим. Зашибись. Окей. Допустим. Это что, все? Конец? Привет всем зрителям и подписчикам канала. Почему я снова повторяю это все в одном видео? Сейчас объясню. Значит, суть в том, что вы сейчас посмотрели 13 минут видео. Вот. А если вы его посмотрели со звуком, собственно, из игры и моими комментариями, то значит мне удалось полностью все восстановить. В чем проблема, собственно? Записал я уже практически полностью эту четвертую серию. Длилась она где-то минут 40-45, ну где-то так. Вот. И как только я уже собирался ее заканчивать, игра вылетела. Соответственно, запись тоже поломалась, видео оказалось сбитым под конец и не запускалось нормально. Соответственно, его нельзя было ни обработать, ничего с ним нельзя было сделать. Вот. Пришлось восстанавливать, но, как вы знаете, в Бендикаме есть такая прога, но, увы, она наотрез отказалась работать с этим файлом. Вот. Таковы дела. Поэтому пришлось... подключать другие ресурсы. Так что если вы эти 13 минут посмотрели только со звуком из игры, то уж извиняйте, значит свой голос восстановить мне не получилось. Если вы посмотрели и с тем, то значит все ок. Вот. Таковы дела. Ну вот, собственно, это и есть вся причина, почему я начал, собственно, все это заново. Да, значит, на этом моменте игра... Значит, игра вылетела под самый конец, я уже дошел до второй главы, финальной данного дополнения. И там оно все вылетело. Вот так вот. Ну, а восстановить я смог только вот эти вот 13 минут. Соответственно, с этого момента мы и начнем. Поэтому все, что будет сейчас происходить до второй главы, я знаю. Увы, это сейчас будет не слепое прохождение, поэтому ближайшие
полчаса. Я буду знать, что тут происходить, поэтому, ну, уж извиняйте. Вот так вот. Но не волнуйтесь, как только мы дойдем до второй главы, там я уже ничего не знаю, дальше продолжится наше слепое прохождение. Так, ну хорошо, закончим с прелюдией. Я вам постарался так объяснить, в чем суть дела. Думаю, вы меня поняли. Вот так вот. Ну а теперь мы продолжаем. Сейчас, секундочку. Вот так вот. А и да, я допишу сейчас вот эту вот серию. И все, займусь тотальной обработкой этого всего и заливкой на YouTube. Ну, собственно, вы это уже и смотрите. Таковы дела. Ну, а я сейчас пока страдаю. Ну, хорошо. Все, с прелюдией закончили. Продолжаем. Так, значит, вот мы и попали обратно в нашу комнату. Но, понятное дело, что тут что-то не так. И что нам нужно сделать? Ну что ж, посмотрим на картину. На картине у нас показано, что нам нужно сделать. Ну хорошо, давайте. Берем папочку и ложим ее, как указано, здесь на полочку. Открываем этот ящичек, и разбиваем бутылочку. Так, и что, все, да? Да, все. И да здравствуй, Silent Hill. Запомните, что нужно сделать. Разбить где-то, ну, здесь бутылку, положить сюда и открыть ящики. В принципе, ничего сложного. Фух, ну потопали. Здравствуйте. Всем привет. Красивая рожа нам выскочила. Когда я записывал в прошлый раз, я ее не успел заметить. Ну, а теперь рассмотрел, что нам тут показали. Так. Да не переживай, у тебя всего лишь глюки. Так, и большое сердце. Наверное, сердце того монстра, который за нами гнался. Хотя, кто знает. Ах, да. Снова надо покрутить. А, или в другую сторону. Господи, зачем ж так резко? Фу. Йорд Ико. Что за Йорд Ико? Что-то знакомое, это, видно, какое-то имя или что-то еще. Ну, нет, это не важно. Потом в записках прочитаю. Здравствуйте. Ну, извините, я вам пятюню не дам. Так-с, хорошо. От нас хотят только одного, чтобы мы кое-что куда-то вставили. Извините, что заранее все спойлеры, я постараюсь этого не делать. Окей. Это, походу, и есть наш Йорд Ико. Так, голова. Иди на место. Извини, но так надо. Я хочу! Не трогайте меня! Извини, бро. Да. Хоть уже и смотрю это во второй раз, но все же так же жутко. Фу. Пахнет кровью. Наш трупак. Ну, мотаем. Так, ну и... да, ребята. Нам хана.
Ну, как бы мы ни старались. Прощайте. Нет, 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 нет. Крутись, 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 давай. Ну же. Долгое время я не могла перейти в себя. Мои руки дрожали, а со лба тек холодный пот. Мне не хватало смелости осознать, что теперь я тоже заражена и скоро стану одним из них. Да, подруга, не повезло тебе. Подъем. Автосохранение. Спасибо. Ну что ж, пока мы лежали в отключке, нас никто не скушал, и это радует. Ну что ж, потопали. Заперто. Так, ну мы можем подняться наверх, но про спойлеры, туда нам топать не надо. Там дверь заклинена. Здравствуйте. Так, кому интересно, почитайте на паузе. Я это уже читал, так что я знаю, что написано. Кому интересно, читайте. Так, курточка и ключ. Так, ну и давайте сохранимся. Хотя я знаю, что так делать не надо. Дверь передо мной открыта, но мне не суждено в нее войти. Это да. Так, ну и вот у нас появляется труп собаки. Так, но тут у нас пока никого не будет. Ну да ладно, что у нас есть? У нас есть курточка, а это значит, что нас наконец-таки выпустят на свободу. Мы сможем прогуляться на улице. И мы не будем, как наш главный герой, мерзнуть и греться время от времени у костров. Знаю, я спойлеры, но это не такой уж и спойлер. Ладно. Ключ, ну и ключ. Ключ, понятное дело, мы уже знаем, куда применить. У нас тут есть только одна дверь, поэтому, собственно говоря... Ее мы и открываем. Но за собой, понятное дело, надо... Я сказал, надо закрыть. Какое-то бешеное управление. Ты что, закрываться дверь не хочешь? Она не хочет закрываться. Ну и шут с тобой. Поднимаемся наверх. И снова здравствуйте. Мои родные. Ну что ж, вам холодно, вам грустно, некому вас согреть. Ну давайте я вас согрею во второй раз. Упс, извиняйте. Итак, ложим одно полено. Ложим другое полено. И... достаем третье полено. Отлично. Закрываем. Сигнал есть. Запускаем. Так. Надеюсь, здесь есть запасной вентиль. Да, девчуля, есть. Вентиль тут есть. Так. Но сейчас он нам не нужен. Ну, скоро, понятное дело, надо будет, нужен. Так, заранее откроем. Фу. Открываем.
Так, и давайте я сбегаю наверх, так как у нас наверху есть одно из нужных нам полений. А два поления находятся внизу. Так, поление. Привет, полено. Так, когда я записывал первый раз, я так повернулся и удачно закинул прямо вниз. Прикольно получилось, но увы, вы этого не увидите, так как видео не восстановилось полностью, как я уже указывал выше. Только первые 13 минут. Вот так вот. Так что я сейчас перезаписываю то, где я был. Такс. Так, сможем же с этим побегать ради прикола. Ну да ладно, что я сейчас пересматривал видео, и да, там в некоторых моментах реально бывает темно, но наше ночное зрение такое относительно нас спасает. И в принципе все можно разглядеть. Ну, походим с фонариком, если вам тут вдруг не видно. Такое тоже иногда бывает. Такс, еще одно полено. Дрова. Братва в дрова. Такс, и где третья дрова? Полено, а ты где? Что за прикол? А, вот и третья полено. Ну хорошо, три всунули, закрываем, погнали. Так, ну и можем отключать фонарик. Теперь единственное, что нам надо сделать, это найти вентиль. Ну а понятное дело, вентиль у нас будет на улице. Так, я сделаю чуть потише. Фу, ну что ж, потопали. Давайте будем делать все быстро и аккуратно. В здание заходить не буду, в мелкие, так как в них... А, хотя, стоп, нет, в них... В одном из них есть то, что нам нужно. А именно обезболивающее. А его я не пропускаю. Поэтому сейчас позабегаю везде, где будет открыто. Мы не замерзнем, так как у нас есть одежда. Поэтому все норм. Не поддается. Дальше. Так, наверное, здесь обезболивающее. Да, вот оно. Одно. Отлично. Теперь можно бежать туда, куда нам надо. Так, тут у нас вроде бы поддается, если не ошибаюсь. И наш вентиль где-то тут. Здравствуй, вентиль. А в прошлый раз он у меня был вот здесь. Когда в первый раз проходил. Ну ладно. Так, сюда нас не пускают. Так, ну а теперь я сделаю вот так вот. Сделаю себе адреналин. И сейчас вы поймете почему. Привет, собачка. Привет, монстр. Первый раз, когда я на вас смотрел, я, конечно, немножко... немножко устрашился. Но... Уже нет. Так, я потерялся. А, нет, не потерялся. Фу. И все. Валим отсюда ко всем бабушкам. И теперь вы сейчас поймете, почему я проводил все эти махинации. Здесь у нас не поддается, можно не стараться. Нам надо топать сюда. Давай, запрыгивай, толстозадая. Заперто. Так, ну и вот. Провернув такие махинации, мы теперь можем вот так вот. Ладно. Бежим, 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 бежим. Фу. Вот и все. Теперь мы можем пробраться дальше. Вот так вот.
Надеюсь, в этот раз игра не вылетит. Ну, по крайней мере, я закончу запись видео ровно на начале второй главы, как раз в месте, где меня выкинуло. Ну, не именно в том, но вы поняли. Во второй главе я все закончу. И уже, как я говорил, в среду, вот, я продолжу. Завтра, во вторник, у меня будут дела, но если вдруг, то, может быть, и во вторник запишу. Если нет, то в среду, думаю, 100% сделаем. Так, нам куда? Да, нам сюда. Так, девчуля. Опять сердце бьется. Правда, я не помню почему. Тут вроде бы никого быть не должно, если не ошибаюсь. Ну да ладно. Так, давай сюда. Вот и все. Заходим. Глава вторая. Откровение. Вот, собственно, и она. Странно, я думал, я до нее буду дольше идти. Ну да ладно. Так, ну вот, у нас 3 адреналина, вот, и как я уже говорил, когда записывал впервые слепую, то скажите мне, пожалуйста, я так и не понял, то есть, получается, мы всю первую главу играли за одну барышню, а теперь играем за другую, теперь за нашу главную героиню, как я понял, с которой наш главный герой общался в оригинале, через компьютеры. Вот. Вот это вот я просто так и я вот этот вот момент, честно, не понял. То есть нашу, нашу первую героиню убили, вторая убежала, теперь мы играем за нее. Или же это у нас были просто глюки. Вот это вот я пока не понял. Поэтому кто понял, или даже если сами разработчики увидят мое видео, то напишите мне в комментариях, если вам не сложно. Вот так вот. Ну а пока продолжаем. Сюда нас пускают. Ну вот, собственно, таковы дела. Вот это самое место. Вторая глава. И там, спустившись вниз и побродив, меня и выкинуло. Поэтому давайте мы сейчас зайдем сюда по-быстренькому. Все туда смотрим. И завершим на этом данную серию. Уже окончательно. То, что сил у меня больше нет. Сейчас мне еще придется это все обрабатывать, монтировать. Ну, поскольку вы это уже все смотрите, я уже давно с этим всем покончил. Ура! Не, ну походу да. Все же мы играем, наверное, за другую уже бабу, за нашу главную героиню. Походу так. Первая померла. Теперь мы играем за вторую. Обидно, однако. Ничего нет. Так, 2 обезболивающих-то вы не обалуете. Тут у нас тоже толком почитать-то нечего. Радио не работает. А компьютер работает. Видеочат XE. Давай, главный герой, бери трубку. Бери трубку, я сказал.
Никто не отвечает. Так оно и есть. Никто не отвечает. Значит, тут тубочки посмотрели. Тут все эти посмотрели. Так, тут я все открывал. Ничего нет. Так, можно еще раз. Так, стоп. Еще раз, на всякий случай. Нет, все же тут никого нету. Ну, вот, в принципе, и все. В рюкзачке у нас ничего нету. Ну вот так вот. Ну что ж, при свете этой лампы мы завершаем эту серию наконец-таки нормально. Где я остановился? Здесь и заканчиваю. Соответственно, со следующей серии у нас начнется полностью слепое прохождение. Что будет дальше, я не знаю, так как прохожу игру впервые. Я надеюсь, больше никаких вылетов не будет, и остальные серии запишу нормально, собственно. Вот так. Поэтому на сегодня все, ребят. Пока-пока.